ВСУ не нужно донатить, если вы живете в России. Не только по каким-то практическим причинам. Сегодня в путинской России сажают за донаты ВСУ, но и по морально-этическим причинам. Потому что армия ВСУ борется не за вас. Она не борется за прекрасную Россию будущего. Это армия, которая борется за будущее Украины, а на будущее России им наплевать. Потратьте свои деньги на поддержку тех сил, которые борются за вашу свободу, а не за свободу других народов. Подумайте о себе. Вот у русских у нас очень широкая душа, понимаете? Мы готовы помогать другим в ущерб себе. И я вас призываю, помогите себе, потому что вам никто не поможет. Та широта души, которая заставляет вас поддерживать армию, которая буквально борется, в том числе и против прекрасной России будущего, потратьте эти деньги на то, чтобы прекрасная Россия будущего состоялась. Это, по-моему, гораздо более благородная трата денег. А ВСУ борется за интересы другого народа. В данный момент находится в положении силы, которые помогают без вас огромное количество людей.